Вот у нас такие ручки от Honda Accord какого-то там поколения. Она вот эта. Softoch или что? Ну да, это Softoch. А с этой уже сняли. Сейчас покажу, как снимали. Берем 646 растворитель. Переливаем вот в такую бутылку, иначе работать не будет. Шучу, я надеюсь, вы поняли. Чуть-чуть ждем, пока начнет происходить магия. Опа, началось. Прикольная штука. И все, он, считай, можно сказать, сам. И, кстати, 646 растворитель. Давно им не пользовался, вообще никогда практически. По сравнению с этилоцетатом, он вообще нормально пахнет. Этилоцетат вообще лютая хрень. И все, вот так раз-раз. Прекрасно снимается пленочкой. Это, считай, как будто позагорал. Все очищаем теперь. Теперь нам надо линию провести, где шов будет. Чем рисуют, спросят обязательно вообще. Вот маркер белый. В магазине продается. Где маркеры продают? В офис маги, например, да? Делаем лекало. Вот в этот раз мы делаем, смотрите, не аэрокалом, и не спанбондом, и не скотчем. Сломал систему, считай. Так, вот почти, ну, снял. Осталось тут местами вообще какая-то неснимаемая какая-то. Я не знаю, ну ладно, я их вышкурю, все равно ее зашкуривать надо. И это у нас, чтобы вопросы сразу, где, вот, ABS-PC, вот такой пластик. Ничего с ним не происходит, я прям тряпку ложил, наливал, ждал, как бы вообще ничего не происходит. Вот, на каких-то других, да, есть вероятность, что что-то с ним произойдет, так что перед тем, как делать, сначала попробуйте где-нибудь сзади. Сейчас зашкуриваем. Зашкуриваю я вот такой вот машинкой. Наждачку вот так вырезаю. Зашкурил. Ну, тут с той стороны сейчас еще вручную зашкурю. Здесь вот уже. Обводим. Потом надо настроить фортуну будет. Отфортунить края. Мягкий кожзам, постоянно проблематично фортунить.
Тут сейчас вопросы, какой клей используем. А мы вообще на сгущенку клеим. Вот, смотрите. Видите? Вот такие вот, видите, как они, ручки получились. Тут еще в комплекте ручка КПП и ручник. У них пластик АБС, а к нему, сами знаете, как клей клеится. Хрен отдерешь потом. Такая вот фактура. Вот такая фактура. Это не Дакота. Ну, кто 2 дня шить назад начал, сейчас будут в комментах писать: да это Дакота, ты чё? На самом деле это не Дакота. Это GT из артефакта. Она поинтереснее смотрится. Дакота уже заезженный такой материал. Вот.